Если Казахстан раньше зависел от северного направления в транспортировке нефти, то теперь в стране будет диверсифицировать маршруты. С этой целью в Казахстане сейчас выбирают нефтяную компанию, которая с 2023 года начнет транспортировать казахстанскую нефть через Азербайджан. По словам замглавы «Казмунайгаз» по экономике и финансам Даурена Карабаева, между «Казмунайгаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджана подписан 5-летний контракт на транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Азербайджан заинтересован увеличить свой транзитный потенциал и увеличивается тем самым значение всего Южного Кавказа. Азербайджан может предложить как трубопроводные системы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, так и по железной дороге будет транспортировать казахскую нефть. Преимущество для Казахстана в том, что они до этого зависели только от северного направления, и в основном 80% своего экспорта они зависели от этого трубопровода. Но в данном случае, если они перенаправляются в сторону Азербайджана, в смысле Кавказа, у них получается альтернатива, и выходить как альтернативно на Черное море, так и на Среднеземные порта. Азербайджанская нефть легкая и не требует дополнительной очистки при переработке. На выходе из Джейхана она ценится достаточно высоко, отмечает эксперт. Напомним, что ранее министр энергетики Казахстана сообщал, что рассматривается увеличение экспорта нефти через Азербайджан до 6-6,5 миллионов тонн.